А так, если есть такая профессия, как в любой профессии, наверное, есть ответственные люди, есть неответственные, есть порядочные, есть непорядочные. Знаете, я думаю, все зависит от человека. Какой бы он профессии ни работал, то есть зависит от самого человека. То есть есть люди порядочные, есть менее порядочные. Это люди, половина занимается честным обменом, половина нечестным. Могу так сказать. Я думаю, чтобы доверил, нам только нужно знать, кому.